Спасибо, Роман. Итак, у нас есть возможность получить комментарии от участника игры. Андрей Зюдин, 27 номер. Ваши комментарии по первому тайму. Spirit came out pretty hard against us, and I think the first period is kind of pretty equal, you know, like, oof. Я на английском языке вам уже говорю. Знаете, извиняюсь, но я думаю, что первый период получился зрелищным, потому что, в принципе, много силовых приемов было, жесткая игра, быстрая игра, и соперник вышел против нас сильно настроен, то есть были моменты, шансы у нас, конечно, в большинстве, но пока их не использовали.